Ты искатель приключений и хороший, с хорошей репутацией. Ну, не с хорошей, конечно. Склонность к убийствам у тебя от низкой до средней. Ищешь уютное жилье, которое сможешь назвать своим, но у тебя не хватает денег, чтобы его купить. Продолжить чтение. Как насчет бесплатной комнаты в гостинице? Все верно. Совершенно бесплатно. Без подвоха. Если хочешь получше узнать об этой потрясающей возможности обзавестись жильем, защищи Филанду де Мари в румяном льве Даггерфолли. Уйти. Румяный лев в Даггерфолли. Это у нас Даггерфолл или кто? Или где? Даггерфолл. О, как удачно. Румяный лев. Румяный лев. Так, убегаем. Где? Вот. Плюху. Так. Это у нас съемная комната. Показать на карте. Бегу. Еще раз так меня назовешь, получишь. Чего надо, уродец? Вот видишь? Ха-ха, что правда? Ну ладно, мне кажется, ты можешь присоединиться к неустрашимым. Неустрашимым, кто это такие? Союз искателей приключений. Комната местной гостиницы. Что-то в тебе есть. Какое-то редкое качество. И поверь, мое чутье никогда меня не подводит. Не хочешь снять комнату в местной гостинице? Хотя нет, постой. Как-то двусмысленно прозвучало. Комната в местной гостинице. Слушай, пустые комнаты плохо влияют на бизнес. Я трачу на их содержание больше, чем получаю. Но я думаю, мы можем прийти к соглашению. Сразу уточню, нет, в это соглашение не входит совместное распитие спиртных напитков. Что же за соглашение? Я ищу того, кто поможет мне улучшить репутацию моей недвижимости,
когда-нибудь народного героя какого-нибудь, на которого равняются обыватели. И мне кажется, что ты как раз из таких, ты совершил нечто великое и уверенно на этом не остановишься. Похоже, ты можешь помочь, мы можем помочь друг другу, я заинтересован, не поделишься подробностями. Я понимаю, что может показаться, будто я опустила какие-то нюансы. Но не волнуйся, комната ухожена и расположена в удобном месте. Я знаю, что вы, искатели приключений, рады иметь дома в каждом городе. Эта комната станет отличным пополнением твоих владений. Не может все быть так просто. В чем подвох? Нет никакого подвоха. Мне просто нужен тот, кто освежит мою репутацию и меня. Не покидает чувство, что ты прекрасно справишься с этой ролью. Комната полностью в твоем распоряжении. Если, конечно, ты не собираешься устраивать здесь скумовый притон или преступное логово. То есть формально я могу делать с этим местом все, что захочу. Завести домашних животных, открыть музей сокровищ и трофеев из твоих приключений. Даже манекен для питья можешь установить, чтобы практиковаться в бою. Главное, не разнеси здесь все, и мы поладим. Ладно, я принимаю твое предложение. Ура! Отлично, обещаю, ты не пожалеешь. Вот договор и ключ от комнаты. Пришлось попотеть, чтобы собрать их у последнего арендатора. Всю канализацию исходила вдоль и поперек. Но бизнес есть бизнес. Вы получили румяный лев. Дом. Не в коллекции. Этот трактир всегда имел репутацию самого безопасного в Тагерфолле. Место для тех, кому нужны не совсем законные услуги подозрительных личностей. Из-за размеров комнаты в ней нельзя проводить дуэли. Для приобретения необходимо выполнить задание «Съемная комната». Перечень жилья, доступного для покупки, свиток. Привязывается к персонажу при подборе. Большая стопка бумаг, в которых описано всему Тамриэле. Используйте, чтобы добавить в вашу библиотеку. Завершить. Задание. Съемная комната. Надеюсь, комната тебе понравилась. С такой репутацией, уверена, проблем с соседями у тебя не будет. А если будут, помни, что угрозы смерти
не самое лучшее решение. Мой прошлый арендатор рассылал их направо и налево. Мне нужно знать что-то еще. Нет, просто чувствуй себя как дома. И не забывай про уборку. Честно говоря, мне не терпится увидеть, как ты обставишь комнату. Надеюсь, у тебя будет гораздо меньше деитрических алтарей, чем у моего прошлого арендатора. Например, 0, 2, 0. Отличное число. 0, да, 0. Конечно, я даже не поклоняюсь Деэтру. Ож, конечно, я даже не поклоняюсь Деэтру. Уйти. Какое облегчение, ты не представляешь, как тяжело отмывать пятна крови от каменных полов. Но это еще не худшее. У меня были жильцы, которые творили в своих комнатах самые безумные вещи. Приводили верховых животных, притаскивали кучу растений и размещали помощников в гостиничной комнатушке. Это место принадлежит тебе. Я владею этой гостиницей и другой недвижимости по всему Тамриэлю. Разнообразие окупается старицей. Конечно, и проблемы в разных регионах разные, но кто-то сказал, что бизнес в сфере недвижимости будет легким. Кто сказал? Кто? Кто сказал, что будет легко? Да, уйти. У. С помощью клавиши У перейдите на вкладку «Жилье». Резиденция, роскошная мансарда, комната в гостинице, эбонитовая фляга, комната сахарницы, квартира в округе, черт его знает. Переместиться в дом, переименовать. Нажимайте У и перемещайтесь. Дом, милый дом. Румяный лев. Эта гостиница всегда имела репутацию самого безопасного места. Редактор жилья. F5. Обзор ко входу. Выберите перемещать. Выбирайте «Перемещайте объекты при помощи» или F. Размещайте тра-та-та. Обзор. Ага. Письмо личное.
подписанный контракт. Библиотека. Припас. Обычная пища. Перо. 4 штуки. Письмо личное. Предмет обстановки. Подписанный контракт. Окна есть просто. Ночь на дворе. Так, теперь посмотрим. Гленумбра. Посмотрим, где это находится. Смотрим на него. Вот он. Румяный лев. Там у нас комнатка теперь. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы переместиться сюда. Было объявление о бесплатном жилье. Вот где это находится. Там, где банк. Банк Даггерфелла. Гленумбра и Даггерфелл. Даггерфолл. Гленумбра. Даггерфолл. Господи. Тамриэль. Бредятина какая-то. Ну ладно. Вот здесь мы находимся в банке. Вот жилье купили. Не купили, приобрели бесплатно.